Ну вот мы и подходим к даунтауну. Вот с этого домика я делаю свой отсчет, что это даунтаун. Вот, мы идем. Вот здесь церковь, здесь лютеранская церковь, как я думаю. Ой, я чуть не врезалась. Очень милое это место. Я стараюсь не говорить на людях по-русски. И вообще стараюсь не говорить, что я русская, потому что в основном проститутки здесь русские. В общем, это, конечно, не очень приятно, как вы понимаете. В общем, если есть возможность сказать, что я русская, то я это делаю. Если нет, ну, что ж поделать. Никогда не думала, что мне будет так стыдно за родную страну и за выходцев из нашей прекрасной родины. Ну, что поделать, что называется соляви, я ничего сделать с этим не могу. Вы все говорили, что даунтаун затоплен, нифига мне затоплен, но я не знаю. Может быть, еще ниже, дальше затоплен? Потому что вот если ты видишь, там конец дороги, там идет дальше спуск к пирсам. Здесь залив. Мы так ни разу не были на Hudson River. Это здесь река, так как говорят, очень красивое место. Здесь живет один из моих любимых художников, Эдвард Хоппер, жил, точнее. Была в его доме, ну, там всего две комнатки небольшие, три. Наверное, размером с нашу большую комнату. И все, и на этом все закончилось. Вот. I'm walking around about. So, you can see a bank. There is a bank. Ну, прости, я здесь в основном говорю по-английски, так как все говорят. И, как ты понимаешь, говорить по-русски это просто неприлично. Снимаю. Вот видишь, тут японский ресторанчик, называется Мурасай. Ты видишь, первый раз, когда я его увидела, я немного прибалдела, потому что я подумала, что там написано мурашки. Вот. В общем, мы их вот так и называем, Саня, мурашки. Это вот наш любимый бар, Саня. Здесь довольно тихо, приятно всегда. Никто никого не трогает. Называется он Bourbon Street. Вот. Вот место. Так, нам надо перейти дорогу. Правда, я понятия не имею, где и как. Но я думаю, что где-то вот тут мы, наверное, перейдем дорогу. Здесь сейчас ремонты. Так что, ну, вообще, в принципе, город приятный, уютный. Здесь, конечно, сейчас не видно, потому что ремонтов много. Но в основном в своем очень даже хорошо. M&T банк. Вот он, M&T банк. Я даже не знаю, видите ли вы что-нибудь, потому что вот он добрый. Ой, как я его люблю. Прекрасное место. Ну, часто мы туда ходить не можем, сами понимаете. Вкалываем как лошади. Вот он банк, я думаю, что здесь снимать больше нельзя, так что я...